Так, ребят, что ж, всем привет. Это новая серия «Привет, сосед». И что же там скрывается сосед? Я сейчас хочу узнать. Я у него своровал ключ от шкафов. Я сбежал от шкафа, потому что он глупо спрятал его. Он случайно его обронил. И что же он там делает? Ой, сосед, мне так плохо. Что? В смысле? Ты что, ударился где-то? Сосед, что с тобой? Сосед, что с тобой? Не знаю. Ты стал что ли хаги-ваги? Да. Ё-моё, надо бежать домой. Тихо, сосед. Тихо. Он стал монстром? Ты что, грибов там переел? Что с ним? Ё-моё. Я могу через тут порвать. У меня было непробиваемое стекло, ты не сможешь пробить. У меня тоже нету ключа, ну бей. Что он стал? Хаги-ваги? Как так получилось? Неужели сосед таким будет? Как он вообще таким стал? Может у него секретная лаборатория? Что он там прыгает? Мне нужно найти какую-нибудь вещь, чтобы помочь. Зачем ему помогать? Он меня хотел убить. Он стал монстром. Просто вызвать полицию. Хотя где мой телефон вообще? Я потерял свой телефон и теперь не смогу ему позвонить полиции. Так. Он ушел? Ушел в свой дом. Надо найти ему противоядие. Стой, сосед, я тебе найду противоядие, чтобы стал обычным. Потому что такого монстра я не хочу, чтобы он был моим соседом, хотя бы и такой. Ну не хаги-ваги. Он что-то там прыгает. Что он делает? А? Что это было? Он что-то там делает. Куда он пошел? Он стал настоящим хаги-ваги. Так. Может, в холодильнике что-то есть? Вообще пусто. Ничего нет о противоядии. Мне нужно куда-то съездить за машиной. Мне сейчас надо сесть в машину и уехать, чтобы взять ему противоядие. Но я не знаю, какое лекарство ему нужно. Такого не существует лекарства, чтобы перестать бы хаги-ваги. Он на моей машине? Эй, сосед, вылези с моей тачки. Чё ты там делаешь? Не знаю, что ты это сказал. Ой. Вылези с моей тачки. Что? Это сосед. Не знаю, что ты говоришь. Он что, уже глухой стал? Ах, сосед, ну побогади ты меня. Я тебе сейчас покажу. На тебе! Все, быстрее, в машину. Так, все. Я приехал, я взял вот столько вот зелий, ребята. Сейчас я хочу каждого из них поправлять соседа. Может, какой-то из них поможет это лекарство. Но я не знаю, какой из них поможет. Надо посмотреть. Сосед, выйди-ка из дома. Посмотрим, это зелье сработает или нет. Вот, я сразу с лекарством идем. Сосед, на тебе. Так. Заработал. Сосед. Он что, замер? Сосед? Сосед? Что с ним не так? Ну-ка, на. Что с ним? Он проснулся, так. Ну-ка, работает или нет? Он превращается в обычного? А ну-ка, на. Нет, погоди, сосед, стой. На. Не на. Получится. На. Получится. Последнее зелье, ребята. Фу. На. Так, я ему дал противоядие. Сосед? Ты меня никак не сделаешь. И никогда. Так.
Ты же сказал, что подействовал. Я не подействовал. И что тебе делать? Может, оно через время подействует. Надо подождать. Действует противоядие? Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо! Быстрее-быстрее! Опа! Опа! Всё? Ха-ха-ха! Тихо-тихо-тихо-тихо! Я могу окичу! Почему не подействовал противоядие? Я ждал ему противоядие. Но ты уже начал меня слушать. Значит, уже противоядие действует. Ты уже приходишь в себя. Как ты стал таким? Ты чё, в лаборатории, что ли, какой-то был? Нет. Ты как стал таким? Ты другие, а потом я ждал Добби, а потом Джой. А почему стал таким Хагиваги? Как ты им стал? Потому что... Я не знаю, как. Странно. А когда у меня белая боячка, потом я стал Хаби-Хаби. Капец. Из-за какой-то болячки ты стал монстром. Надо держать себя подальше, вдруг ты еще заразишься. Вдруг я еще заражусь от тебя. Когда подействует противоядие, я тогда выйду. Ну, что с ним не так? Что, действует? Да блин, долго уже. Потому что надо мне еды, и мне она так не заработает. Так, сейчас, блин. Походу, начала работать. Сейчас... О, сосед, ты стал обычным. Ты выздоровел. О, иди сюда, я придумал. Я хороший стал, когда я стал привет сосед. Пойдем ко мне дом. Хочешь? Нет, я лучше у себя дома пока что поночую. Все, давай, до свидания, сосед.